Здравствуй, дорогой подписчик. Сегодня у нас капремонт двигателя D240. В таком состоянии наши старые поршня, все потрескались, так что вовремя мы разобрали. Длинное видео снимать не будем, но скажем, на какие моменты надо обратить внимание. Ну вот, одевал и кольца, поршневые кольца. Два маслосъемных, потом компрессионные, чугунные два и стальные верхние. Чтобы их легче одевать, мы берем щуп, из щупа вот эти пластины подставляем и через щуп, через пластины одеваем их кольца. Снизу, сверху, кому как удобно. Ты скажи, чтобы без 100 грамм. Ну, тут же маслосъемные два, два чугунные, одно стальное сверху. Растачивали коленвал под коренные шатунные вкладыши первого ремонта. При установке уже, когда собираем, коленвал поставили, ставим их по меткам. Вот коленвала шестерня, распредвал шестерня, тут метка есть. И распредвал шестерня, и шестерня привод топливного насоса. Тоже на метку надо ставить. Одна метка, вторая. Да, все по метке, а потом же она не будет работать, не завали. Обжимка такая, самоделка. Три поршня поставили, сейчас покажем, как ее применять. Маслом просто, просто маслом. А, вы кто? Так, выдержите, я буду сжимать. Так сжимаешь резко. И довольно-таки просто все ставится, да? Да. Это два кольца маслосъемных, теперь бросай. Перепиши. Мы его догоняем дальше. И снова зажимаем. Стой, тихо, мать. Щось ти там попустив вот чи що? Ні, воно ж стрітає. Та він вже, люди як зайшли, крутиться. А, хто може? Та ні, не може. Все. Та ти ж знаєш його сильно, я його хрен попхну. Та я щоб же... Ідет? Ідет. Все готово, теперь собираем трактор.